Крыму стартовала первая смена творческого форума «Таврида». Со всей страны на полуостров приехали сотни талантливых молодых людей, решивших связать свою жизнь с музыкой и хореографией. Каждый день расписан по минутам, репетиции, мастер-классы и просто общение. Но помимо полезного опыта, участники «Тавриды» могут получить и реальные гранты на свои творческие проекты. Ольга Армякова с места событий. «Таврида» в эти дни поет и танцует. Музыка звучит буквально повсюду. Если бы сейчас здесь, на Бакальской косе, не было бы такого сильного ветра, вы бы услышали, что буквально в нескольких метрах здесь репетирует симфонический оркестр. Ребята, которые съехались со всей страны, музыканты, должны будут сыграться буквально за неделю в единый музыкальный коллектив. Это сложно, но у них получается. Мы слышим, и это очень здорово. Действительно, здесь, на «Тавриде», каждый день расписан по минутам. Ребята встают очень рано, занимаются йогой, волейбол, купаются. Ну а потом, естественно, отправляются на лекции, ведь «Таврида» — это образовательная площадка. И сегодня здесь с мастер-классом выступит популярная певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин и композитор Игорь Крутой. Кстати, «Таврида» станет и площадкой для отбора вокалистов на международный конкурс «Новая волна». Игорь Крутой будет отслушивать здесь исполнителей. И, возможно, кто-то из них получит путевку на этот музыкальный конкурс. Но здесь атмосфера, правда, непередаваемая. Здесь очень творческие ребята, которые приехали со всех уголков нашей большой страны. Это хореографы, музыканты, композиторы. Чтобы попасть на «Тавриду», им пришлось пройти строгий отбор. И здесь, надо сказать, такой конкурс словно в очень крутое общеобразовательное учреждение. То есть здесь буквально человек 10 на место. И чтобы оказаться здесь, на «Тавриде», ребята в течение года отправляли заявки, свои творческие записи. И их выбирали среди тысяч и тысяч талантливой молодежи. Ольга Армякова, Константин Морозов и Никита Кальченко. «Вести», Республика Таврида.